комплименты мужчинам. Мои хорошие, мужчины так же, как и вы, любят очень комплименты. Но и нужно называть своего молодого человека, своего мужчину, не плюшевый мишка, не маленький зайчик, там, не котенок пусечка. Лучше уж то по имени, действительно. А так, мой заботливый, мой герой, мой зверь, мой дикарь, там, не знаю, мой лев, там, мой страстный тигр. Там, какой ты красивый, ты у меня самый неотразимый. Какие у тебя руки большие, какие там у тебя банки сильные и мощные. Ну, конечно, я понимаю, можно сказать, какой у него пузико очень классный. Но даже если пузико, то что какой-то у меня медведь здоровый. Не то, что какой ты у меня мишка, тетя. Нет, какой-то у меня медведь, там ты прям мой северный медвежонок такой, прям большой медведяра. Делайте из мужчины не уменьшительно ласкательно вот этого чмо пушистого, да, вот этого пуделя, шпица, вот этого карманного ёршика, да, а нормально такого бульдога своего. Тогда он будет мужиком рядом с вами. И ему будет приятно, поверьте, очень.